Ранее народная тропа проходила прямо через зеленую зону сквера. Так жители и гости города срезали путь на набережную. Теперь этот путь станет намного комфортнее. Специалисты Ремстроя уже установили в этом месте 105 погонных метров поребрика. На очереди укладка 84 квадратов плитки. Длина нового тротуара составит 52 метра, ширина более полутора метров. Все работы планируется завершить к концу этой недели.